Ребята, всем привет! В этом видео рассмотрим новое обновление MIUI 10 Global Beta 9.5.23, которое приносит несколько интересных возможностей для наших телефонов. Есть также информация, что 9.5.23 может стать последним под управлением MIUI 10. Но это не точно. Кстати, чтобы быть всегда в курсе всех новостей на канале, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ну а теперь переходим к обзору этой прошивки. По цифрам, на примере Mi 8, изменений нет, но возможно это и к лучшему. В списке изменений лишь только улучшение производительности и стабильности системы. В настройках экрана для телефона Mi 8 добавили устранение мерцания. Теперь пользователям этого телефона будет комфортно просматривать информацию, фильмы и другое. Переходим дальше в раздел «Рабочий стол» и тут видим, что на стоке у нас доступна смена разметки рабочего стола. Пока предустановлено 4x6 и 5x6, но я думаю, что в будущем добавят и другие варианты для этого. И последний из новинок этого обновления – возможность синхронизации Mi Cloud в реальном времени, но при этом будет больше расход батареи. Думаю, что пользователи, которые используют Mi Cloud, это оценят. В целом, обновиться стоит. Хоть тут и есть некоторые недочеты, но по сравнению с предыдущей прошивкой MIUI 10 Global Beta 9.5.16, это обновление получилось годным. Всю самую свежую и актуальную информацию вы всегда сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Живое общение, помощь по различным вопросам и новости из мира IT – все это находится там. Переходите и подписывайтесь, ссылка в описании. Поддержите это видео лайком, если оно вам было интересным, а также не забывайте подписываться на наши социальные сети. Ссылки будут в описании. Сегодня с вами был Илья, и всем до новых встреч!